Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Мой муж во сне сказал: «По-моему, я тебя люблю больше, чем твоего маленького». Женаты 10 лет, двое детей. Эта фраза точно адресована не мне. Я параноик или есть смысл в моих подозрениях в измене? Можно ли верить тому, что сказал человек во сне? Как жить с такими подозрениями дальше, я не знаю. Ну, во-первых, откуда вы знаете, что это адресовано не вам? Ну вот, фраза. То есть, ну, почему вы считаете, что не вам? Дело в том, что если человек это говорил во сне, то равной доли вероятности может быть, что и вам. Вот. Но почему вы считаете, что не вам? Непонятно. Здесь. Дальше, значит, по поводу параноика. Ну, конечно, довольно легко сказать, что вы параноик и как бы все. На мой взгляд, проблемы не появляются на пустом месте, то есть подозрения не появляются на пустом месте. Если они появились у вас, значит, ну, видимо, какие-то основания есть для этого. Но поймите меня правильно, дело не в основаниях, которые вот ваш муж, например, создает. Нет, дело не в этих, основаниях. А на мой взгляд, основания здесь заключаются в том, что вы либо не уверены в себе, либо вы боитесь измены, либо у вас в отношениях с мужем присутствуют некоторые конфликты. То есть присутствуют некоторые конфликты у вас в отношениях с мужем. Вот, вследствие чего вы, ну, можете вот думать о том, что вам человек как-то, ну, может изменить. Может изменять. А вот. Поэтому нужно разобраться здесь, вот с этим, с этими аспектами. И дальше уже смотреть. Вы пишете, можно ли верить тому, что сказал человек во сне? Нет. Фактически нет. Как жить с такими подозрениями дальше, не знаю. В общем-то, разбираться в ситуации, изучать ее, исследовать, смотреть, вот, и тогда вам будет просто более понятно, что происходит. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи,
обращайтесь за помощью, вам она пригодится.